На базе школы номер 2 прошли спортивные соревнования «Победа будет за нами». Участники – ребята 14-17 лет из 4 районов города. Команды созданы комиссией по делам несовершеннолетних. Среди участников – те, кто стоит на учете в полиции, ребята из группы риска и те, кто просто решил поучаствовать в спортивной игре. Если вот такие вот ребята смогут уйти с этой дороги, то есть мы поможем хотя бы некоторым подняться выше вот этого всего, да, то есть мы считаем, что как раз справились с этой задачей. Состязания силовые. Командам, в каждой из которых по 7 участников, нужно сразиться в армрестлинге, показать умение правильно подтягиваться и максимальное количество раз поднять тяжелую гирю. Я занимаюсь самбо уже 2 года, я считаю, что мои спортивные навыки помогут мне выиграть. К соревнованиям ребята подошли очень ответственно, долго тренировались. Главное для них – победа. Мне нравится здесь участвовать. Эти соревнования сплочают вообще людей. Я считаю, такие соревнования нужно проводить как можно чаще. Состязания с целью перевоспитать подростков или направить их энергию в нужное русло проходят каждый год. Призы, рассказывают организаторы, достойные. В прошлом году команда победителя отправилась в Ярославль на хоккейный матч чемпионата России. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.